Уважаемые коллеги, вот дерево сосна, ей 4850 лет. Ну, вроде коряга, но она живая, потому что содержит активные терпеноиды. Даже вот получил название, как Мофусаил их зовут. Это одно дерево на земле, которое вот существует вот столько времени. Терпеноиды, органические углеводороды природных соединений из пихты сибирской послужили основой в создании препарата ветотерпеноактив. А многочисленные исследования в эксперименте позволили зарегистрировать как ветотерпеноактив. В эксперименте на модели алкогольного повреждения печени выявлено разнообразие свойств этого препарата. Вот вы здесь уже видите, они, в общем-то, эти свойства напечатаны в статьях, вот, которые здесь указаны. Ветотерпеноактив – препарат компании Initio Pharma. Это наша российская компания, вот, которая создала этот препарат. Ну, вот посмотрите, состав здесь огромный. Вот, содержит подсластитель, при чрезмерном употреблении может оказать слабительное действие. Ну и главное, что этот ветотерпеноактив выпускается в пролисомальной форме с усвоением его компонентов аж до 95%. Это очень, конечно, если все остальные, если речь, скажем, идти о ферментах брать, которые там у нас существуют, просто ферменты, то их усвояемость где-то 50, в пределах 50%. Вот, правда, появились ферменты, которые усвояемость примерно столько составляет. А здесь вот такой препарат с такой вот очень высокой усвояемостью. В капсулах, и вот сам коробочка, где содержится этот сам препарат. В эксперименте на модели алкогольного повреждения печени у крыс выявлено, что ветотерпеноактив действует как гептопротектор. Под действием этого препарата наблюдается нормализация биохимических показателей цитолиза и холестаза, уходят морфологические признаки гидропической зернистой дистрофии гептоцитов. Выявлено, что гептопротекторный эффект его в дозе 25 мг на килограмм сопоставим с эффективностью гептопротектор Корсил. Был такой старенький Корсил, но он эффективный. Он никуда не сброшен со счетов. Вот его они в фирме сравнили вот с этим гептопротектором, и оказывается, активность его высокая, как и у Корсил. Полученные данные позволяют оценить действие ветотерпеноактив на больных с хроническим алкогольным гепатитом. Ну вот, согласно рубрикации алкогольной болезни печени от 11-го МКБ 11-го пересмотра, которая была принята в январе 2022 года, вот, как вы видите, вот выделяют алкогольную жирную болезнь, алкогольный гепатит, ну и так далее. Там термин стеатогепатит вот этой классификации уже не показан. Ну вот здесь вот переход, скажем, при алкогольной болезни печени, при чрезмерном хроническом употреблении алкогола, в 90-95% случаев развивается стеатоз. Это вот капельки жира среди гепатоцитов. Естественно, такой вот стеатоз, жир в гепатоцитах будет влиять на проницаемость лекарств. Поэтому от жира, в принципе, нужно в гепатоцитах избавляться, потому что активность гепатоцита, естественно, будет снижена. И согласно этого, стеатоз может самостоятельно переходить в фиброз печени, дальше цирроз и дальше в 25% случаев гептоклеточный карцином. Ну вот отдельно, как мы раньше думали, что сначала стеатоз, гепатит, фиброз и цирроз, то вот по этой классификации, который показан более современный, что стеатоз может самостоятельно переходить. Но в то же время он может переходить в стеатогепатит, вот тоже капельки жира есть. И уж через стеатогепатит может переходить в фиброз, цирроз, причем стеатогепатит, как вы видно, можно, минуя фиброз, уже в циррозе оказаться. Вот. И дальше 25% случаев гептоклеточный карцином. Но это вот от 2019 года, когда еще стеатогепатит есть. Хотя и сейчас пользуется этот термином, но МКБ 11 пересмотр идет просто алкогольный гепатит.
Вот стадия алкогольной болезни печени. Как вы видите, алкогольная разница между ним клинический, лабораторная и по морфологии. Первая алкогольная жирная печень – это, в общем, не воспалительное заболевание. Хронический алкогольный гепатит – уже воспалительное заболевание. А алкогольный цирроз печени – это уже своя структура со своей архитектурными узлами, регенераторами и появлением окольных сосудистых анастомозов. Это, конечно, уже отличается от гепатита цирроз печени. На основании диагноза хронического алкогольного гепатита ставился на основании диагностических данных, взятых вот из предыдущей таблицы. Ну и цель исследования – оценка действия витотерпен-актив на результаты УЗИ органов брюшной полости, показателям цитолиза холестаза в крови, на интенсивность фиброобразования клинических симптомов больных хроническим алкогольным гепатитом. К исследованию были приняты 20 больных, 12 мужчин и 8 женщин, в возрасте от 28 до 75 лет. Средний возраст вот составлял 54 год плюс-минус 6 лет. С хроническим алкогольным гепатитом от слабо выраженной до выраженной активности. Но критерии эффективности лечения исходно через месяц были следующие. Значит, по данным УЗИ печени, дальше по данным биохимии крови оценивались изменения показателей синдрома цитолиза и синдрома холестаза. По данным индекса фиброза печени в баллах по ДША Боначини, ну, по количеству тромбоцитов МНЛА, ЛПС, соотношение КСТ, баллы, затем сумма с этих баллов, индекс фиброза в баллах получался, и дальше перевод индекс фиброза печени, морфологический стадий фиброза печени F0 по F4 по Метивиер. И клинически по срокам купирования клинических симптомов, которые здесь указаны. Вот дискриминантно-счетная шкала по Боначини до 2010 года. Она у нас на кафедре, в общем-то, так скажем, мы ее преобразили и дали ей живое содержание с помощью вот этой шкалы. И можем перевести ее в стадии фиброза печени по Метивиер. Потому что сама по себе определение стадии фиброза печени по Метивиер это чистым морфологическим, инвазивным способом, то есть по результатам биоптатов. А вот то, что вот такая по Боначини счетная шкала, это, в общем, неинвазивный способ. Конечно, лучше, чем инвазивный метод. И вот такой вот перевод, который вот здесь указан. И результаты исследования. Активность хронического активного алкогольного гепатита с синдромом холестаза. Значит, в 30% случаев это было слабо выраженной активностью. В 60% случаев хронический гепатит с умеренно выраженной активностью. И в 10% случаев с выраженной активностью. И это повышение печеночных трансаминаз от 2 до 3 норм. Здесь повышение от 3 до 5 норм, и свыше 5 норм – это выраженная активность. Вот по печеночным трансаминазам можем определить степень активности. Ну, дальше динамика на УЗИ, что получилось. Ну, а на УЗИ что тут можно ожидать? В общем, в 80% случаев размеры печени не изменились. Это же не морфологический метод УЗИ. В 10% тут печень уменьшилась чуть-чуть. А еще в 10% увеличилось. Главное, что она в 80% случаев не изменилась. Дальше. Динамика показателей цитолиза и холестаза. Вот посмотрите, что после лечения. Значит, АЛТ в течение месяца, значит, 55 нормализация и 45 снижение. АСТ примерно 60 нормализация и 35 снижение. ГГТ, значит, 30 и 60, 90% нормализации снижения. Ну, щелочная фосфатаза, здесь нормализация посложнее, 23%, а вот 69% это снижение. И общий билирубин 50 нормализация и 40% снижения. Это то, что исходно было повышено. И вот как это выразилось так статически в показателях, которые вот были. Ну, как вы видите, что АЛТ, АСТ имеет явную тенденцию к понижению, однако, скажем, не во всех случаях вариант нормы не достигает. Щелочная фосфатаза
тоже тенденция к понижению, но данные носили недостоверный характер. Это касается ГГТ и общей билирубина. Данные носили достоверный характер. И главный индекс фиброза печени в баллах. Вот, соответственно, F0 и F1 – 5 больных было, а F2 и F3 – 15 было больных. Вот. И как они через месяц, какие изменения произошли. Ну вот уменьшение у 5 больных не наблюдалось, без динамики 4 и увеличение у 1 больного. А вот из 15 больных уменьшение у 10, без динамики 3 и увеличение у 2 больных. Ну вот они здесь суммированы и показывают, что уменьшение составило индекс фиброза печени 50% случаев, без динамики 35% и 15% даже увеличение. Вот с левой стороны, как мы видим, вот этот показатель, в общем-то, уменьшился индекс фиброза печени, но они носили недостоверный характер. Видим, месяц, конечно, недостаточно для того, чтобы об этом судить, нужно принимать больше. Но тенденция такая есть. На фоне приема такого препарата. Результаты исследования клинических проявлений. Значит, послабление стула почти сразу возникли у 3 больных в 15% случаев, хотя исходно до приема препарата стул был нормальный. Через 4-5 дней прошли самостоятельно. У 1 больного пришлось уменьшить дозу до 2 капсул в сутки. Вот, значит, боли или тяжести в животе. Значит, здесь вот указано, что они купировались через месяц в 56% больных, а в 44% больных все-таки боли были, оставалась тяжесть в животе, боли-то прошли. Но до конца тяжесть в животе не убралась. Значит, тошнота, дальше рвота, ну рвота была у 1 больного, вот, дальше отрыжка воздухом и, главное, кожный зуд. У 3 больных был кожный зуд. Вот через месяц эти все показатели в пределах нормы и были купированы на 100%. И главное, конечно, кожный зуд. Не так препаратов действует на кожный зуд, причиной которой является гепатит. Вот. Здесь вот этот препарат, гепатопротектор, подействовал. Потому что все остальные гепатопротекторы, которые существуют, за исключением препаратов урус-дезоксихолевой кислоты, одной группы гепатопротекторов, они, в общем, на кожный зуд не действуют. Здесь вот этот препарат подействовал. Это новое. И заключение. Лечение больных хроническим алкогольным гепатитом препарата митотерпен-актив в дозе 1 капсула 3 раза в день было эффективным. Наблюдали достоверное снижение показателей цитолиза и холестаза, ну и за исключением щелочного фосфатаза, которые были данные недостоверны, через один месяц у 90% больных хроническим алкогольным гепатитом. У 10% больных препарат оказался неэффективным, и это может быть связано как с недостаточной суточной дозы, так и с продолжительностью лечения месяц. Индекс фиброза печени снизился, правда, недостоверно у 50% больных, и существенную динамику не претерпел у 35% пациентов. Это может быть связано с коротким курсом лечения. И клинические проявления заболеваний, в том числе кожный зуд, также редуцировались, правда, остались невыраженным тяжести и вздутие живота и тенденция к запору. Переносимость препарата была хорошей, побочные эффекты не обнаружены. Рекомендуем препарат «Витотерпен-актив» в лечении больных хроническим алкогольным гепатитом с синдромом холестаза. Спасибо. Спасибо. А, да, ну вот еще я вот тут забыл. Ну вот эта классификация, которую на кафедре Валерия Николаевича последняя 2018 года, Валерий Николаевич показывал 2012, ну это вот редуцированная эта классификация, гепатопротектор. Ну и, конечно, видимо, со временем, если исследований будет побольше, это гепатотерпен-актив, вот займет свое место, как препарат терпеноидов пихты сибирской. Но это когда исследований будет побольше. Спасибо.